Дорогие друзья, я рад вновь с вами встретиться. Итак, мы продолжаем изучать маркетинг-план компании Way. Мы остановились на том, что у нас была возможность подключиться как клиент со скидкой 15% или полноценно использовать все то, что MWay дает нам. Я хочу вам показать примеры возможностей с использованием цифр. Скажу вам откровенно, я не очень люблю, когда цифр много, но совсем без цифр не обойтись, поэтому попробуем с вами разобраться. Покажу вам цифры и сделаю все, чтобы вам было понятно, как и откуда все вытекает. Итак, смотрите. Это вы. Вы стали пользоваться продукциями, теми, которые нужны для вас, для ваших близких, вы заказываете для себя. Товарооборот ежемесячно исчисляется в рублях и одновременно в баллах. Это нужно для того, чтобы мы с вами не зависели от инфляции. Это нужно для того, чтобы было проще рассчитывать товарооборот всей команды. Итак, на сегодняшний день 1 балл в Российской Федерации равен 78 рублям без НДС. То есть, если вы купили что-то на 78 рублей, вам начислен 1 балл. И эти баллы с 1 по 31 суммируются. Вы можете в любую минуту зайти на вашу страничку, с ваш личный офис, ваш личный кабинет и посмотреть, сколько баллов у вас есть на текущий момент. И если вы за месяц в совокупности заказов личных набрали 200 баллов, то вы получаете 3%. 600 баллов, 6% и так далее. Вы слева видите таблицу бонуса или таблицу премиальных. И максимально, что можно получить за месяц, это 21% при условии, что вы набрали 10 тысяч баллов. Так вот, смотрите, вы имеете баллы за свой личный товарооборот, и вы же прекрасно понимаете, что если 1 балл равен 78 рублям, то 200 баллов – это примерно 16 тысяч. 10 тысяч баллов – это 780 тысяч рублей. И это нереально для вас, ваших членов семьи, в одной семье такой товарооборот сделать невозможно. Поэтому настоящий MWay бизнес – это умение работать в команде и так от простого к сложному. Вы подключились, вы покупаете только то, что нужно для вас. К примеру, а все цифры здесь примерные, вы сделали товарооборот в течение месяца, заказывая несколько раз продукцию, суммарно на 100 баллов. И очень хорошо. У вас со временем появляются клиенты, которые бизнес строить не хотят, но продукты им нравятся. У кого-то в своем городе, у кого-то в других городах Российской Федерации. И вы видите, что они заказывают, и по итогам месяца суммарно ваши клиенты заказали, к примеру, на 200 баллов. Ваши 100 и 200 баллов клиентов – это есть ваш личный товарооборот. Он равен 300 баллам. Итак, посмотрите, что же вы зарабатываете? От того, что вы персонально купили для своей семьи на 100 баллов, вы имеете 23% скидку, 23% скидку как НПА, и от 100 баллов это 2340 рублей. Все очень просто. 100 баллов умножить на 78 рублей и 23% от этой суммы 2340. Смотрим дальше. От того, что вы сделали вместе с клиентами, 100 плюс 200 – это 300, вы имеете 3% бонус, первую премию. Почему? А потому что слева на таблице написано, а в таблице, что начиная с 200 баллов, вам выплачивается первый гонорар 3%, а у вас их 100 и 200 – 300. Поэтому 3% от 300 в рублях – это 702 рубля. Уже неплохо. А теперь смотрите. Ваши клиенты без вас покупали то, что им нужно. Они подключились когда-то, указав ваш номер, поэтому это клиенты ваши. И если они сделали заказ на 15% дешевле, у них ведь такая скидка. Для вас скидка всегда 23, поэтому 23 минус 15, 8% разницу вы получаете на свое имя. Итак, от 200 баллов 8% – это 1060 рублей. Вы представляете, вы спите. А кто-то в это время заказывает для себя продукцию, имеет клиентовскую скидку, но 8% кусочек вам спящему каждый месяц приходит на ваш счет. Разве это не здорово? Но и это еще не все. У нас есть активные скидки. За каждые 425 потраченных рублей, за каждые 100 баллов вы имеете 425 рублей на следующий месяц при заказе. Поэтому я предположил, что
За 300 баллов это 3 раза по 425, и это 1275 рублей. Возможно, кто-то из вас скажет, вы что, только начинаете, и эти деньги вы получите в следующем месяце, но кто-то же получает эти деньги за предыдущий месяц, поэтому я посчитал корректным указать вам на эти деньги, они в любом случае в этом месяце или в следующем, они ваши. Итак, вам вручается 3% значок. Вас поздравляют. Это признание. А кроме этого, суммарно 5375 рублей, как пример, при товарообороте 300 баллов. Вы подключились, вы заработали 5000, это неплохой подарок, неплохая прибавка, а учитывая еще то, что у вас дома появились прекрасные продукты, это просто здорово. И когда вы испытываете вот это чувство восторга, восхищения, удовольствия, вы начинаете просто делиться. Вы начинаете делиться своим мнением, своим впечатлением, и знаете, что из этого получается? А то, что получилось у нас и очень-очень многих людей за эти 50 с лишним лет существования концерна МВ. Смотрите следующий пример. Я не буду вам показывать каждую ступеньку, мы будем переступать, дабы сохранить время. Итак, вы начали, сделали 3%, потихонечку у вас товарооборот растет за счет того, что у вас появляются люди, которые тоже хотят заработать 5300, или, может быть, у вас увеличивается количество клиентов. Итак, мы смотрим. Это вы. Вы покупали для себя на 100 баллов и покупаете на 100 баллов. Ваши клиенты заказывали на 200, к примеру, и заказывают на 200. Но у вас появились люди в вашем городе или в любом городе Российской Федерации, которые говорят вам: дорогой, дорогая, почему мы не можем покупать это в нашем городе по тем же условиям? Вы их регистрируете, и регистрация НПА, так же, как и клиента, возможно, только если вы указываете того человека, который вас рекомендовал. Поэтому вот этот человек, который начал и начал правильно, и заказал продукты для себя, и у него появились клиенты, сделал 200 баллов. И он регистрировался, указав вашу фамилию. Вы рекомендовали. То, что не делал раньше никто, о чем мы говорили немножко ранее. Сегодня фирма хочет знать, кто кого рекомендовал, чтобы потом вас отблагодарить. И вот как происходят эти выплаты. Итак, у вас появился человек, который сделал правильный старт 3%, у вас появился человек, который немножечко больше продает, и у него 6%, у вас появился человек, который начал, но заказал совсем чуть-чуть, он не сделал 200 баллов с клиентами, может, у него клиентов нет, или есть только клиенты на 100 баллов, и у вас есть еще один человек, который сделал так же, как и первый, 3%, 200 баллов товарооборот. Это рекомендованные вами люди. В конце месяца фирма смотрит, что сделала ваша команда. Итак, смотрите. 200, 600, 100 и 200, плюс ваши личные 100 и ваших клиентов 200, итого суммарно 1400. Вы сделали 1400 баллов. Может быть, вы не особо поначалу задумывались, что произойдет, но рассказывая людям и делясь своими впечатлениями, 1400 баллов сделаны. По нашей таблице это больше, чем 1200, поэтому 9% от этих денег возвращается вам на всю группу. Сначала из этого кусочка вознаграждения отдадут 3% первой вашей линии, 6% второй вашей линии. Видите, линии – это те, кто идут от вас, непосредственно вами рекомендован. 3% вот этой четвертой линии, а третья линия не получит бонус. Почему? А потому что у нее 0%. Всего 100 баллов. Скидку имеет каждый 23%, но бонус положен только тем, кто сделал 200 баллов. Поэтому у вас три бонусные линии. Поэтому вы зарабатываете от общего вознаграждения остаток. После того, как отдадут кусочек группе первой 3%, от того, что сделали они, группе второй 6%, от того, что сделали они, и группе третьей 3%, от того, что сделала эта третья группа. Останется вам 6084 рубля. Не за продажу, а остаток за рекомендацию. А за продажу, пожалуйста. Во-первых, у вас есть 23% скидка, как всегда, от своих 100 баллов. Это 2340. У вас есть за обслуживание клиентов 8%, как и на прошлом примере 1060 и 1275 за 300 баллов активные скидки, которые вы получите в следующем месяце. Итого суммарно 10 759 рублей на 9%. Разве это не здорово?
9% это результат, серьезный результат, но который можно сделать через 3-4 месяца, естественно, рассказывая, изучая продукты, рассказывая, изучая возможности. Мы это сделали за 3 месяца в свое время. Я знаю, что вы это сделаете ничуть не хуже, и это можно сделать еще быстрее. Но главное – качество. Посмотрим следующий пример. Это вы. Вы делаете 100 баллов. У вас есть клиенты на те же 200, то есть вы не продаете больше, чем вы продавали, вы можете продавать. Но, к примеру, минимум происходит то, что происходило в начале. Но у вас развились группы, посмотрим, сколько же среди этих групп бонусных линий. Это начало у кого-то, 200 баллов, и это бонусная линия, ей положено 3%. Это 9%, еще одна бонусная линия, которая развилась. Вы делали 9, вы показали, как это можно сделать другим. Третья линия 9%, четвертая линия 9%. Не будет так одинаково, чтобы у всех по 1200. Это просто пример. И в данном случае ваш групповой товарооборот равен вашему личному плюс товарооборот каждой группы. Итак, 1200 три раза плюс 200. А вот у вас есть еще два новеньких, которые пока просто заказывают для себя и для клиентов. Работать серьезно не решили. 100 и 100. Если мы сложим весь товарооборот, который произошел у вас по истечении, может быть, 4, 5, 6, 7 месяцев, неважно, то он составит 4300 групповых баллов. 4300 баллов, обратимся к таблице, это больше, чем 4000, поэтому 15% от этих денег принадлежат всей команде. Из этого куска большого отдадут кусок бонусным линиям, у вас их раз, два, 3-4. Эти две по 100 баллов не бонусные, они бонус не получают. И то, что останется у вас, это серьезное вознаграждение, разница в бонусе 21 060. Прибавим к этому то, что вам положено за клиентов и то, что было рассказано на предыдущих слайдах, и вы получите на 15% доход 29 245 рублей. Это уже серьезно. 15% – это тот уровень, который мы сделали за 4 месяца, начиная этот бизнес в Германии, не зная немецкого языка, только с несколькими русскоязычными партнерами. Вы же, живя в России, можете это сделать гораздо качественнее и гораздо эффективнее. Все в ваших руках. И на этом же примере, если мы обратимся к следующему слайду, то мы еще перескочим через 18 и выйдем на 21%. Это отдельная история, это очень интересная история. И мы видим, что у вас уже здесь бонусных групп 4, но они тоже 4, но они развились. Кто-то сделал 15%, две группы по 12, кто-то 6. Почему здесь выделено именно три группы? Потому что правильная методика ориентироваться на три активных линии, когда они подрастут, мы сможем работать потом с остальными, помогая им. Но сегодня мы будем работать с этими четырьмя. Это подрастающая тоже хорошая группа. Если мы посчитаем товарооборот всей вашей команде, включая оборот клиентов и ваш личный товарооборот, то вы увидите, что у вас товарооборот немножко поднялся. 200 баллов и 200, 400 вместе с клиентами. И на данном примере, кроме того, что вы имеете всегда за продажу, вы заработали бонус 67 392, остаток после того, как заплатили каждой группе. И то, что приплюсовав то, что вы получаете ежемесячно за своих клиентов и за небольшое личное потребление, у нас с вами получается 74 832 рубля. Это пример. На 21% можно зарабатывать и 40, и 50, и 70, и 90. У нас получилось 74, согласно нашей схеме. Но это уже максимальный результат по таблице бонуса. Не максимальный результат в бизнесе вы ни в коем случае, а максимальный по таблице бонуса. Это серьезный уровень. И начиная с этого уровня, вы получаете значок уже с Америки, серебряный. Предыдущие значки вам вручал ваш спонсор. Каждая новая ступень – это достижение. Серебряный значок – это серьезное достижение, отдельный результат и деньги тоже отдельные. Не каждый сегодня в России может в месяц зарабатывать 74 тысячи рублей. Итак, вторая часть, надеюсь, понята. Мы вернемся к вам буквально через короткое время, в третьей части, где я вам покажу, что же может развиться дальше после таких ваших простых, незатейливых, но очень мудрых шагов.